Здравствуйте, уважаемые друзья! Спасибо, что вы на моем канале смотрите новый ролик. Сегодня подробнее хочу рассказать о стыковке сва диаметром 2520 мм и толщина стенки 30. Очень тяжелые сваи. Вот она у нас будет почти 49, кажется, метров. Ложится один подлиннее сначала кусок, там двухтрубочка. Потом подтягиваем второй кусок, который будет непосредственно в свободном положении стыковаться. Подогнали сразу кран, чтобы оперативно накинуть палатку, чтобы готовились сварщики уже снаружи варить, но еще не стыканули. А, 39, 40 метров это у нас свая. Вот он вид сверху. Крашеный кусок длиннее, он лежит неподвижно. А второй кусок поменьше мы уже трубоукладчиком выставляем. 30-я стенка, плохо видно УШС-ка. Вот внутри стыковочка пошла, варят пешки, вытягивают, забивают клинья, вытягивают края. Как можно лучше стыканули трубоукладчиком сначала, там майна вира, все сделали, и теперь вытягивают пешками, разваливают прихватками сразу. А тем делом внутри уже палатки сварщики приготовились, труба была стыканута, сварщики внутри быстро обварили, пиловцы пришли, не быстро приняли, как обычно, все, проверочка доскональная, вот, ультразвуком, все швы, все просветили. Друзья, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Взяли готовую сваю, сначала убрали палатку, этого я не показал, двумя трубоукладчиками взяли, тут очень неудобно, крутились долго, чтобы выйти дальше. Так, вот, положили на сани, тоже проект такой. И на санях вот таким способом, закрепив к трубоукладчику, по дороге подвозят к месту, где будет забиваться свая. Такая длинная. Так, она 40 там с чем-то метров. Получается, кусок у нас 22 тонны весит. Около 70 тонн в районе. Вот, непосредственно перед тем, как она заводится, еще до того, как будет брать ее вибропогружатель, одеваются захваты такие, чтобы потом снизу их можно было отцепить. Сделана трещотка там, все надежно. Всем привет, говорят, подписывайтесь на канал. И таким образом трубоукладчик помогает завести сваю. Кран 600 у нас подтягивает на себя, а трубоукладчик подвозит конец, потому что так не получается сразу взять. Вот потихонечку подводит до места, где уже встанет. И кран самостоятельно сможет ее сделать вира и завести в кондуктор. Видео от подписчиков здесь местами встречается. Спасибо, друзья. Просто у самого все не получилось снять. Вот таким образом уже ближе подъезжает. Комментарии излишни. Все четко отлажено, без всяких происшествий. В очередной раз подняли, вот вибропогружатель стоит уже на заполочке. Все, трубоукладчик должен отцепиться, и свая самостоятельно уже с помощью 600-го терракса
будет заведена в кондуктор. Вот так выглядит вибропогружатель, одетый на сваю. Наша свая погружена, смена подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал. Спасибо, до свидания. Всего хорошего.